Продолжаем тему базовых движений. На ногах, не на ногах. Хорошо. Следующее движение, которое вы будете делать, это иринтенкан. Движение вперед, разворот, вперед, разворот, вперед, разворот, вперед, разворот. По сути, оно состоит из трех движений. Шаг вперед, шаг вперед, колено и движение назад. Условно, это шаг вперед, иринтенкан. Шаг вперед, колен, шаг назад. Так понятно? Еще раз. Коленки согнуты, ручки перед собой, спинка ровно. Не валимся, не наклоняемся. Не делайте страшные лица. Вы не зверята, которые голодные, которые хочется набросить кусок, взорвать. Спокойно расслабились, лицо расслабили, можно улыбаться. Понятно? И спокойно можно улыбаться. Разворот. Разворот. Так, понятно? Хорошо. И упражнение в паре еще поделаете. Продолжаем игру в танчике. Это у вас уже третья игра в танчике за сегодня. Партнер начинает вас атаковать танчиком. Если вы начинаете стоять, его задача вас сбить. Если вы делаете еще раз напоминаю, вы должны делать правильно, но неправильно относительно себя просто сделали, сколько сделали как, а партнера забыли. Вы должны делать правильно относительно вашего партнера. Так понятно? Теперь обращайте внимание, в том числе и на руки. Можно двигаться по-разному. Сейчас, на начальном этапе, пожалуйста, сделайте так. Шаг вперед начинает делать, когда задняя рука выстреливается в партнера. Чтобы не было такого, вы не рассчитались сам сжатым кулаком, и он на вас обиделся, введите пальцы. То есть он раз получит выше по шее, два, три, потом начнет голову убирать. Поэтому первый ход, который вы делаете, это движение партнера обязательно с атакой. После этого разворот. И вы готовы с ним работать дальше. Так, понятно? Медленно подкрепить. Еще раз напоминаю. Пошли. Вы сделали все красиво и получили помогаться. Ваша задача сделать все красиво и не получить помогаться. Так ясно? Уйдите с той атаки, пропустите вашего партнера. Вы занимаетесь айкидо. Не надо думать. Вы не там сейчас. Вы маленькая рука ручка, который может выстрелить еще здесь, здесь еще потом накатить на него, если потребуется. Живой? Бух на месте? Хорошо. Запомнили? Хорошо. Иринтенкан. Работаем.